Так, ребят, всем привет, вы на канале Бутербродница. Напоминаю, что на Твиче проходят стримы, ссылка есть в описании. Также есть Дискорд, я всегда выкладываю самые свежие новости, когда выходит новый ролик на Ютубе или начинается стрим на Твиче. Плюс вы всегда можете найти, с кем там поиграть. А, еще есть ВК-группа, ребят, я там тоже выкладываю много чего, и ссылка также есть в описании. Ну а теперь, собственно, переходим к самому ролику, так что всем приятного аппетита и приятного просмотра, ребят. Так, ну что, давай начнем, наверное, с предыстории сначала. Расскажем вообще, что, типа, хотим здесь сделать, показать. Короче, мы тут решили с Коляном позаписывать ролики какого плана. Такого плана, что, ну, я еще помню, с ДМЗ многие просили, запиши гайды, как вы там, ну, по тактике, чего, кого, туда-сюда, типа, научите играть там и все в этом духе. И мы вот решили с Коляном позаписывать подобные ролики, наверное. Мастер-класс. Да, мастер-класс, типа, рассказать, как вообще, что нужно делать, как нужно побеждать и как нужно подавлять людей морально, наверное. Самое важное. Да, самое важное. И самое первое всегда, когда вы хотите что-то научиться, начинайте с каких-нибудь, ну, сетевух, конечно, да, там что-нибудь простое такое, и, например, что-нибудь из вот... 2 на 2, например, режим. Вот так вот, прикинь, браса первого и убиваешь просто в ухо его. Вот так вот, да. Потом ищешь второго. Ой, я запутался. Бля, я не могу отсюда выйти, я запутался, слушай. Я потерялся. Я тоже, я не вижу второго, где он? Второй где-то прячется, слушай. Я кинул дым. Вот. Чтобы выигрывать, надо знать карту. Да. Перед этим, да, сначала... Да ё-мо, я опять запутался, короче. Я, короче, заблудился тут. Где он? И слева внизу. Вот так убиваешь его и все. Вот. Если у вас еще voice chat работает, да, ну и у вашего соперника, да, вы можете ему там что-нибудь говорить, например, там, что мы слева, мы справа, там или еще что-то такое подобное, чтобы путать игрока вообще в целом. Но здесь нам попались какие-то вообще такие прям, ну, новички вообще. Наверху один. Ай, блядь. Максимальные новички слабые появились тут. Колян у нас, как в принципе всегда, отвлекает всех. Ой, бля, я карту включил. Ой, я, короче, я в карте запутался, короче, нечаянно. Открыл карту зачем-то и ни хрена я переволновался, наверное, скорее всего. Вот, такие моменты бывают, вы за это, в принципе, не переживайте. Это они... наоборот, это даже специально, блядь, чтобы они подумали, что мы не умеем, и расслабились, блядь. Они да, расслабятся, и... а мы им натянем глаз на жопу. Да, еще, кстати, можно, да, вот такого плана, то есть, иногда делать. Он стоит, смотри. Да. Он просто стоит. А второй, наверное, наверху будет. Я Гирену кинул в него. Умирай давай. Эх, хуль-буль-гуль-дуль-дуль-дуль-дуль. Даже нет, даже сделаем максимальное унижение, я убью его с пистолета. Я отвлек, видишь? Да, да. Вот, если да, у вас есть еще с кем поиграть, берите кого-нибудь, кто всегда может отвлекать еще. Это тоже немаловажно вообще в целом. Один отвлекает, а второй прикрывает. Но для этого вам нужно всегда быть близенько, рядышком друг к другу. Ну, чтобы вы чувствовали запах своей попы. Ой, чужой. Раненый. Вот туда он тут... зашел. Смотри, сейчас Грена его убью. Вот так вот, вот. Понимаешь, да? Вот так, вот, вот так, короче, оно работает. Вы должны наперед понимать вообще противника. То есть и тогда у вас все в целом получится. Вот, после таких разминок вы можете одну-две катки там сыграть, допустим. Если мы берем это Call of Duty, наша любимая, да? Ой, ненавижу трехберстовую. Не могу с трехберстовой попадать. Одного ты убил, да? Еще один нас. А, ну все. Все. Колян решил взять инициативу в свои руки. Он думает, надо поубивать тоже. Короче, прям на... Смотри, он даже переключился на дробовик. То есть успевайте, ребят, переключаться, когда у вас заканчиваются патроны. Вот, если бы Колян знал об этом, когда мы играем в КБ, допустим, да, то мы бы, скорее всего, всегда бы брали бы в рот. Ой, топ-1.
Йоу, я умер! Нет, не умер, прикинь. Пока берем в рот, да? Нет, я выжил, все нормально. Но пока да, там как-то вот так. В КБ. А, ну да. А, подожди, вот он. Блять, он подо мной пробежал, слушай. Да. Капец, вот он дает. Это Шайзен Возрен какой-то. Ну вот. Кстати, я не стрелял. Они еще не получили даже в голосовуху пиздюлей. Да. Кстати, я не стрелял, а у тебя на камере я стрельнул, прикинь. Да, ты у меня стрелял по нему как будто. А я не стрелял. Смотрите. Дробовик, револьвер. А я ревик беру. На нахуй в голову, блядь. Хдыщ. Хдыщ. А где второй? Где второй? Ой, где-то подо мной, видимо. Подожди, да, он... стой, я перезаряжаюсь, друган. А, на тебе дрона, подожди. Прям в яйца, смотри, в яичишки, блядь. Нормально. О, он даже в бочку сел. Ты засолить решил его. Да, да. Вот, если вам что-то непонятно, давайте мы, наверное, даже вторую еще игру сыграем, чтобы, ну, вы можете подумать, что просто нам противники такие попались, да, или, например, что это, как их там всегда называют, актеры были. Или монтаж, мы вырезали 53 катки, в которых мы проебали. Да. Я даже в целом не буду вырезать сейчас вот эту загрузку, ну, сейчас поиск боя и всего остальное, чтобы вы ничего не подумали там, что это не монтаж, это чисто профессиональный скилл вообще всегда идет. То есть лучше, вообще, если вы всегда хотите какие-то гайды... ты сам уши дергай! Давай налево. Эмотогель, фитаким гудгуле. Спиздульпичи, спиздульчику. Отвратительно, но самое то. Но у нас сейчас будет... А, смотри, за нас еще сыграла, да. Вот, смотрите, чуваки у нас с головосовым чатом, они сейчас будут 100% нас всегда оскорблять, обвинять во всяких темах, и будут между собой разговаривать, и будут сдавать позицию, мы будем всегда ее знать. Всю дорогу. Правильно? Топ-топ. Да, я тоже так думаю. Вот, если бы здесь был бы режим с бомбой в рейтинговый. Кто напишет, что есть режим с бомбой в рейтинге, идите в жопу, его здесь нет. Его, на него, чтобы попасть, там надо, чтобы прошло там лет тысячу, например, наверное, вообще. Так, что у нас за оружие? Конкурент 9 какой-то. Конкурент 9. Так, флаг где-то у нас там, да? Ну, эту карту, кстати, я не знаю вообще. Вот тут сейчас налево будет длинный мид, короче, и они, как правило, оттуда с упора стреляют. С упора прям? А, да. Все, я понял. Вот, теперь я с упора. Слева есть у нас. Да, не смотри, они где-то тут. О, знает, слышит. Дрона дали. Нихера, дрон зацепил меня, прикинь. На такое длинное расстояние? Да это что-то багануло, ебать. Не может быть такое. Ты обоих убил, да, Колян? Вот, смотри, Колян. Колян в курсе карты. Жрюху. Колян в курсе всей темы. О, а я сразу, ну-ка, если я сразу отсюда дрон... А, дрон не запущен еще. Ты че, ты смотри, что творит Колька. Они в миду, сволочь. Не умер, что ли? Ой, я думал, умрет. Куда второй здесь? А где он был? Я не знаю. Я не видел. Вон, дрон запустил со своей базы. Да. Вот там. Вот в эту будку зашел. Перебежал направо. Дал ему стал. Я дал ему стал. Я... Всего? Течки бердеры? Бердеры? Да, просто в жопу его смотри. Да, самое главное, старайтесь играть по тактике. Не бегите на рожон, если вы не знаете, что вы сможете его... Он налево перебежал. Да. Убить его. А второй за синей бочкой. Да? И все, сермися. Ты опять убил? Да. А где этот? Подожди, он наверху там или а где? А этот налево куда-то убежал, да, он. Либо в здании, либо на здании. Я на здании, тут нет никого. Значит, он в здании лежит где-то. Двери закрыт. Ебать, он двери за собой закрыл даже, держи. Прикинь. Офигеть себе. Я думал, он ничего не позакрывал даже. Вот. Это вот сейчас вы увидели режим... Ты что, ножом хотел убить?
Ну, конечно, я хотел выебнуть. Я, по-моему, убил с ППХ-то. Да, вот это был режим Крисюки сейчас. То есть, если вы не умеете играть так, как мы играем, вы можете применять режим Крисюки. Я один. Упор стоит, да. Слева был. А я не видел его, прикинь. Ой, я задумался о том, что сейчас главное сказать можно вообще в целом. Я в своей голове прорабатывал какой-то разговор, короче, я сам с собой разговаривал немножечко. Не, мне не нравится эта карта вообще. Вообще не нравится. Это самая мерзкая карта из всех. Плишки там. Плишки! Ой, с упора стоит. Плишки, танты! Вот так надо сделать. А, ты его убил? Чего? А я ножик взял. Я хотел ножом его убить, короче, прикинь. Чего? А ты чё, Колян, ничего? Ты не забыл. Надо выключать вообще эту тему. Какая хули он, блядь, с одного и того же угла выглядывает каждый раз. Ты зачем это включаешь? А Колька-то у нас, вы видели, с чем играет? Ой, слева наверху стоит. Слева наверху? Да. Да, вот на этой куне. Был. На эту. Прикинь, на эту. У тебя еще ППшка есть, по-моему. Это дробовик. А. Ой, ой, блядь, в этот вышел. Нет, ППшка была. Я не понимаю, куда здесь бежать надо. Кстати, на новой... Они всегда с упора встают, ты посмотри. Да. Вообще всегда. Ладно. О, пистолет. А это что, тапалка? И пистолет, и тапалка. Вот. Да, на новых картах вас, ребят, может ждать такая хренотень. Что вы будете не понимать, откуда что происходит. Пока не изучите карту. Бля, я не понимаю, куда надо бежать вообще. Где-то здесь. Да все, все. Да чуще почё? Да чуще почё? Да чуще почё? Почё, почё, почё. Ну. А им немножечко тут подыграл самую малость такую вообще небольшую роль, да? В кукушечку нормально. В кукушечку, да. Но... О, налево один перебежал, слушай. Хорошо. Блять, я его не перестрелял. Ай. Я... Бля, я не на ту кнопку нажал, короче, прикинь. А, он меня прям видел, да? А он был? Почему не... он наверху был? На этом доме. А почему у него не трясется ничего? А у меня тряслось. Давай, закидывай. Бубух! Нет, поздно. Двери... Да. Не открылись. Вот он. Стреляй через двери. А он наверху, наверное, уже. Сейчас прыгнет тебе в двери. Да, он наверху будет палить. Слышишь, вон. Давай. Вот. Бельдель. Вот это называется отыграть, короче, на этого. Как его? На крысу. Нет, по тактике. Это тактика. О, ну я тут револьвер беру. Тут надо револьвер брать. Опять наверх ушел, смотри. Во, да. Липучкой попал в типа. Нормально. Ну это на крыше так же. Дрон! Друг наверху должен быть там. Они двое были там? Да, лазер светанулся. Ты чё, Ты попадаешь вообще. Это большая разница в пингу. У меня пинг сотка просто, вообще все в него попадало. Все в него попадало, да. Ну все, сейчас точно с ревика попаду. Сейчас смотри, первый выстрел будет в голову. Оба опять. Слева, что ли? Да. Один, походу, наверху. Блять, двери не открыл. Блять. Я пиздякнулся. Где он там? Ой, стой! Ну ладно. Куржика пикапикап. Вот. Поиграли пару каток, поняли, что у вас
член просто 300 километров, и можете переходить уже в какие-то другие режимы. То есть, либо в КБшку, либо еще что-то подобного. То есть, и там уже максимально показывать свое сопротивление со всем вот этими вот вещами, так сказать. Вот так. Так, ну вот после того, как вы разогрелись... Ого, какая зона. Давай вот туда. Давай. После того, как вы разогрелись, можете попробовать зайти в КБшку и поиграть в КБшку. Но смотрите, мы выбрали какую-то мини-двойки, я так понимаю. Тут маленький круг уже сразу. То есть, если вы не уверены в себе или еще что-то подобное, там, ссытесь по ночам, там, я не знаю, какаете... О, тут вместо пистолета оружие сразу, прикинь, есть какое-то. Да. Офигеть, теперь автоматик. Вот, можете начать как? Сделать, допустим, отъехать чуть подальше, но не главное не в игре отъехать. Ох ты, нифига себе, возрождение, блядь, слушай, прикинь. И начинать с той стороны просто-напросто. Если будете слушать... Ой, это что, мой комплект, что ли? Нет. Почему это не мой комплект? А, ты еще не заслужил. Я думал, это мой комплект будет вообще. Это что такое? О-о-о. Это мы оставим, вот это давай возьмем, вот так вот, с прицелом. Да. Это ты бегаешь? Да. Слушай, вот вообще вот сюда вот тип улетал куда-то. Где-то здесь, ну, может... Да. А ты что броню не вставляешь? Идет облако газа. Да, кто бы знал. Бэпку кто-то включил. Сетевухи нет брони. Кто-то бэпку включил. Сетевухи нет брони. Ну, кстати, да. Надо? Давай. Собратый. Я... Куда? Зачем он сюда улетал? Я что-то не понял. Кто-то что-то пострелял, по-моему. Направляйтесь в безопасную зону. Посылка с комплектом в пути. А, они вон куда могли улететь. Ты в кого стреляешь? Я этот. Трос сломал им. Трос. Ну, пойдем, не знаю, пошли до комплекта тогда, чё. Смысл? Смысл нам тогда просто так здесь быть? Сейчас заодно посмотрим, сколько здесь в комплекте. Комплекта 2. Вон справа тип прыгает. Подожди, я... Так, всегда прикрывайтесь укрытиями. Уебал. По мне. Да, за машину направо он убегает. Правее бежит. В поле... Да, в поле не выходите. Ни в коем случае. Блять, грену не докинул, сука. Если есть возможность что-то лутать, всегда лутайте. Он убежал? Не подобрал. Да, он куда-то у меня есть золотой. Ну давай до комплекта, хрен с ним. Противник высаживает десант. Высаживает. Ой, блядь. Оу, дружище, оу, что ты будешь делать? Можете что минировать? Че? Как он мяукнул, блядь. Нет, не слыхал. Да. Ой, блядь, стой. Все, ног не понадобится. Ой, тебя еще и добили. Да. В доме сидит в окне, короче. В доме, в окне? Со снайпой, с коллиматором, с теплаком, блядь. Блядь, тут еще мне один в спину стреляет, блядь, прикинь. Нормально. Блядь, откуда попал он нахуй? Ну-ка, из какого... А, мне не покажет. А из какого дома он стрелял? Не подскажешь, Николай? Где-то напротив. Ой, как замечательно. Напротив где-то? А, вот они стреляются, блядь. Вот в сторону, куда тип убегал. Вон, да, вот в этих домах они вон хуярятся. Так, чё, куда мне упасть лучше? Может, я себя залутать смогу? Ну, на моих минах кто-то взорвался. Чувак без брони на комплекте, значит, понял? Да, вижу его. Блять, можешь его ёбнуть, он на тебя убегает. Нет, не могу. Я тут еще. Тут две пачки, видишь, у меня появилось. Он без брони опять. Где этот снайпер ебливый? Газ приближается, безопасная зона перемещается. Они где, что, мать, умерли? Патроны, блядь. А, вот двойка, блядь, Колян, прикинь. Да-да, я ж тебе его помечал. Блядь.
надо перебежать, сейчас подожди, сейчас перебегу. По обоим понастрелял, блядь, никого не нокнул. Вот, если у вас есть еще транспорт, можно переехать их транспортом. Этих типочков, которые бегают тут по горам. Берете вот так, подъезжаете, и ничего не получается с первого раза. Колян пока стреляет со спины в них немножечко. Вы мне разворачиваетесь. Мне пизда. Я вижу, Колька, что нет, тебе пизда. Она мне. А ты одного убил, что ли? Нет, просто раздамажил сильно. Блять, мне колеса прострелили, прикинь, колеса прострелили. Подожди, а где мой тут был лут? Ой, я поеду, тебя куплю, наверное. Нормально, все. Блять. Да вы чё, нахуй? У вас так дохуя-то там, а? Ты посмотри их сколько, они со всех сторон здесь стреляются. О, ко мне бегут. Ух ты! Это что такое было вообще? У них что, бэпка была? Он что-то включил? А, у него бэпка, блядь. А, ну так, нормально. Сразу бэпка показалась максимально. Так, что надо? Денег тут залутать, да? Выйти с ГУЛАГа и купить Николая? Но, я думаю, пинг мне не позволит это сделать. Вот так, давай. Вот так надо. Его, видите, лазеры палятся очень сильно. Очень сильно палятся лазеры. Обращаем на это блядское внимание свое. Ой, знаешь, вот там... их нельзя выключить, блядь. Да, кстати, это вообще очень плохо. Вот тут, я думаю, сидит две пачки 100%. Я сейчас куплю Коляну и умру сразу. Вероятно. Да. Ну что, вон тут мина лежит, там не заходи в здание. И броня лежит, чтобы ее подобрали. Так. Что мне сделать? У нас еще там корона, блядь. Да вот хуй знает, тут позиция... Здание. Они перестреливаются, короче. Вот там кто-то, блядь, стреляет в корону. Вот, оружия вообще нету, слушай. Надо я вот в эту будку попробую ебаться тогда. Блять, давай. О, не, positions вообще говнишенс. Здесь полностью открытое поле вообще. У кого-нибудь здесь, если сейчас будет снайперка, то все. Нам в целом конец. Можно держаться, ну, нужно держаться, конечно. Колян, я нашел канал, услышь, что, блядь. Иди сюда. Ебать. Нихуя себе! Я нашел место, где мы будем сидеть, занимать топ-1. Это режим крысы. Это режим топчиков. Ты нашел, да? Все? Все, прошел? Да, я пришел. Ждем? Подожди, куда смотрит? Где, где? Вот с той стороны. А, вижу. Не выходим, он нокнет. Забегай обратно сюда. Но я хочу посмотреть. Не смотрят? Вроде не смотрят. Чё, камера, блядь? Смотри по камере. Не видать пока. Вы купили типа? Да. Чё, не видать его? Нет. У меня... Противник начинает высадку в район. Высадка. Чё, к нам, что ли, высадится? Не видать. О, вижу типа. Где? Там же? Пометил, лежит. Лежит? Да. В кустиках, да? В кустиках, да. Ой, хорош. Блять, он без брони. Сука, его дожать надо. За камнем лежит. За камнем? Гад, да. Приближается к вам. Ха! Куда ты, блядь? Минус, блядь. Ебать, поняли? Тактика, ребят. Забирай снайпу, блядь. Ох, ебать. Не, я не буду этот рам-7 у него брать. Он с рамом, блядь, прикинь. Я в ахуе. Я попробую. Но у меня 20 патронов. Слушай, надо патроны надо быть. Блядь, он лежал. Вот, тактическая камера. Тактическая камера. Понимаете, да? Игра. Да. Не, сидим в конуре в этой, блядь. Можешь мне обойму одну хотя бы бросить? А как это делается, блядь? Во. Еще кого-то выкупили. О, нихуя себе. Ой, да. Блядь, у него 20 патронов. А, так это топ-5, блядь, прикинь. Да как нехуй делать? Понимаете? А чё прикинь, блядь, подожди, нет. Мы у... Блядь. Да сука, надо... Тип. Где? Над башкой где-то. У нас? Над нами?
Ну, примерно, да. Я прям чисто бошку вижу. Отходи, отойди от дырки, отойди от дырки. Не, я в камере смотрю. Так от этой дырки отойди. Уже нас слышат. Просто, бля, мы походу здесь задохнемся. Вот тут в уголку, наверное, должен. О, пометил, смотри, что. Он нет, я не вижу, чтобы ты его пометил. Все, камера стала. Там ты не пройдешь назад, газ, Колян. Вот тут у меня в углу можно только находиться вроде. Да, над нами. Бля. А мы потом как побежим? У меня газика больше нет. А у меня тоже. Камера кончилась, да, твоя? Да. Вот так делаешь хуякс. Подниз, слушай, стой, надо присесть. Нам надо... Смотри, желтая метка, вот примерно там где-то. Прям направо вниз, давай. Прям право вниз, вниз. Спрыгнул с желтой метки вправо. Отходим. Перед тобой стрельба, слышишь? Да. Передо мной прям? Ну где-то, да, где-то. Да, давай к домику тогда. Так, да, вот тут говорят. Ага, вот, вон там дымка была. Не разбей окно только. Бля, это лазер палится. Да, точка. Убери денег эту метку. Да, они там за камнями. Блять, не так, убери деньги, Колян. Блять. Я нихуя из-за них не вижу. Это твоя метка, значит. Это... Да, вон, меня увидели, в меня стреляют. Откуда? Оттуда же, ну все, он убежал. Вот, эту хуйню сюда кинул, блядь. Ладно, давай ага. C4 возьмем. Вот, ты чё сидишь? А что-то гудит. О. Чёрт дед, бро. Опа! Да, это вот этот типок стреляет. Справа. Я броню ставлю. Со стороны магазина. У нас справа тип. Вот за этой хуйней тип. Со снайпы да. Смотрит. Там и слева, и справа. Ой-ой-ой. Не успел? Okay, ну а зона меня кого? За бочками сидит, понял, у тебя один. Kill him. Который... Нет, блять, вот он был. Но там у нас не позиция, но это топ-2. У нас была очень плохая позиция и не было нифига. Патрон и оружие вообще, в принципе, никакого. А типы сидели в канаве и у всех были в своем комплекте. То есть тут нам не сыграл вообще комплект очень сильно. Ну и вообще. Зона очень сильно обосрала. Да, зона вообще, вот если бы она на дом все прокала и они бы шли бы на нас, мы бы забрали бы этот топ вообще, как делать нефиг. А это всего лишь, ну, такое бывает, так что держитесь, крепитесь и осознавайте, что у вас будет такое каждый день. У нас, конечно, раз в неделю такое получается, но у вас будет каждый день. Блять, нихуя у нас убийство. Добавить нечего даже. 3-1, блять. Нормально. 3-1. Кто-то отвлекает, кто-то убивает. Да. Вот. Что хочу сказать, ребят. Всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать свои прекрасные комментарии. Напоминаю, что на Твиче проходят стримы, ссылка в описании. Есть Дискорд, есть ВК-группа. Все в описании. Переходим, пользуемся и радуемся. Еще что хотел я добавить. Ну, вообще, в целом, мы хотели более агрессивный сделать ролик с Коляном. Но это первый ролик такой получился. В зависимости... Короче, не такой сильно он агрессивный получился, да, Колян? Совершенно верно. Вот, да. Но если все равно кого-то там что-то задело, это все чисто было сделано по приколу. Чисто ради шутки. То есть никакое это, конечно, не гайд, не обучение. Это так чисто пофаниться и позаниматься, так сказать, хуйней. И повеселить народ, грубо говоря. То есть вот такого плана. Короче, есть такая задумка, я не знаю, пишите в комментариях, делать что-то подобное нам. И да, я отменил. Или не делать. Но и плюс сразу говорю, это не будет касаться только Call of Duty, это будет касаться всех сетевых игр вообще в целом взятых. То есть не будет такого, что мы будем там каждый день или каждую неделю выпускать там, блядь, про Call of Duty обучение или еще что-то. Будут взяты вообще все сетевые игры вообще в целом. Вот. Как-то так, короче. Ну, всякие раки и неумехи, блядь, смотрели и учились играть, нахуй, специалистов. Вот Да. Либо вот как-то так, короче. Вот. Ну, а на этом ролик заканчивается. Так что, ребят, всем спасибо. Всем хорошего настроения. И всем пока-пока. Пока-пока.